это вы сами или станок какой-то вырезают? Вот у вас складывается впечатление, что это станком вырезано? Да нет, наверное. То есть вы понимаете, что это вырезается ручную, да? Угу. Резачками. Это угу. дерево, это липа. Угу. Ну, частично что-то здесь. Вот видите, руки. Угу. И так могут двигаться. И так двигаются. Здесь поменьше, здесь по-другому. То есть это механизм обычной куколки. Угу. Вот видите как. А весь цикл работы от дизайна вот до одевание, вырезание полностью. Нет, дизайн какой, задумка. Вот пошло балерина, то есть от этой картины, эта картина была нарисована натурально с Вагановском училищем, то есть не мною, знаменитым художником, который, к сожалению, уехал. Это натурально. То есть от этой картины пошел вот эта мысль, что сделать балерин. Почему балерин? Потому что когда одеваешь куклу очень много, то есть одеваешь наряда много. Вот представьте, вот сейчас бы верх и это все. Тогда вообще у людей не складывается впечатление, что это дерево. То есть хочется увидеть побольше сам материал, фактуру дерева. Поэтому делается только юбочка. И поэтому вот на балеринах тут тоже так же, да? Только юбки. Поэтому и родилась вот этот дизайн, мысль, что сделать балерин. И от этого вот вся идея вот так вот пошла. Из этого исходило. А зарисовок отдельных нет. То есть берется брусочек у Леонардо вот, и начинает вырезаться конкретно. То есть вы вырезаете? Или все-таки вам помогает кто-то? Что вы? Нет. Даже мужа боюсь допускать, что что-то, какую-то дырочку мне сделают. То есть может что-то не то сделать. То есть вы сами? Абсолютно. Вот мои руки. Вот эти руки абсолютно. Вот, вот что обидно, что все подходят и говорят, кто это? Ну, муж, ладно, ноги вырезала, а где вы голову берете? Все вырезается вручную, резаком. Ну, для женщины вдохновляет, это... Но вдохновляет, конечно, для меня сейчас это бог и эталон, и ориентир, это Юлия Сочилина. Знаменитый художник по резьбе по дереву, по деревянным куклам. Москва, Москва Флязина. Но у нее, правда, большие куклы, метр 20, 80 сантиметров. Вот посмотрите, вы зайдите. Как зовут? Юлия Сочилина. Сочилина. Да. У нее вот галерея Грома выставляется, ее работы деревянные. Там волосы полностью деревянные. Как бы вот эталон, ориентир она для меня. Я вижу, как человек работает. И смотрю, стараюсь, стараюсь что-то. Школы у меня никакой нет. Это я сама посмотрю на нее и пытаюсь. А вы давно занимаетесь уже? Сколько времени? Нет, деревянную вообще кукол Левиндола лепила, а деревянную, ну, буквально вот второй год. И, в общем-то, вот меня... целая коллекция у вас уже сложилась? Да, да. У меня вот этих девочек была коллекция большая. То есть вот в мае я до этого две куклы. Вот, я говорю, первые куклы две у меня были просто много одеты в антикварное кружево. Вот где-то вот в таком смотрите, побольше одевала. Вот здесь, видите, антикварное кружево. И тогда вообще люди не верят. Это, ну, не видно, да. Это да, кто? Это кто? Это как? Это как вы? Где вы? Где вы такое? Где вы купили эту голову? Где вы достали? Нет, это все. Это все. Вот шарнирные ведь руки. То есть я экспериментирую. Либо так как-то руки, либо так делаю. Тоже все вот как бы методом. Ну, как будет. Видите, вот тут все, видно, что вот оно дерево, видно. Но все равно люди не верят. Люди не верят, что это вырезается руками. Спрашивают, каким инструментом, как вы это делаете? Руками, стамесками. То есть берешь и просто вот берешь от цилиндра или берешь этот, и вырезаешь, убираешь лишнее, и остается вот такая голова. Ну, видите, чуть-чуть покрываю акриловой красочкой, для того, чтобы аккуратненько легли румяна. Потому что без румян лица получаются, ну, не живые. Чуть-чуть. И то даже акрилом, потом подтираю, чтобы легко легло акриловая красочка. Потом закрепляю фиксационным лаком. Она практически вся
живая. Вся ну, мочить нельзя, наверное, да, у них личинки... Нет, почему? Да? А что будет с деревом? Ну, если, конечно, нет, не брось. Нет, я боюсь, что вот у них нет, личики... Нет, как и обычные куклы. Обычные куклы, когда делаются любого пластика, да, запекаем uh-huh. будки застывающего, все равно uh-huh. покрывает фиксацией лаком uh-huh. нашим специальным для кукол. Uh-huh. Так же эти у меня покрываются, закрепляется вот этот пастель, закрепляется акриловые краски, и все uh-huh. получается мыть. Ну, нет, почему? Пыли и протереть, и мокрые тряпки. Что будет? Дерево. Ну, это же дерево. Ну, нет, я просто вот... Вот сосна, вот липа. Нет, просто когда есть роспись, уже надо тут, конечно, осторожно... Фиксация обязательно да. закрепляем. Uh-huh. Да, все из липы, да, все липа. Липа, она как пластилин. Это пластилин. Дерево, липа, это пластилин. Uh-huh. То есть ты взял кусок пластилина, просто ножичком срезал лишнее, и осталось uh-huh. вот оно. А вы курсы никакие не ведете? Я так вообще мечтаю научиться этого. Но или это очень сложно? Ну, это, во-первых, немножко как бы страшно, смотри, какой человек, потому что, ну, вот, а вдруг вот прям, я покажу так, а вот я мужу, вот мы с мужем говорю, ну, давай, есть курсы на Ютубе, Богородская резьба, мне угу. показывают как, да, то есть берешь такую дощечку и начинаешь резать. Угу. Ну, а тут, когда вот эти, может отскочить угу. сам ножичек, да, вот я у меня, например, вот вся в шрамах, угу. вот за год. Угу. Все, все понарезала я. Угу. Ну, а вы рядом со мной будете? Ну, отлетит. Ну, страшно, потому что он отлетает, может, сухожилие. Но там бывает наматывают, потому что, угу. ну, все равно первые шаги, они обречены на то, что порежешься. Ну, инструмент очень острый. Угу. И просто убираешь лишнее. Вот тут немножко муж где-то вот какие-то мне говорит, ну, давай, ну, садись, ну, попробуй. Вот, видите, стамесочка, вот она как идет. Угу. Тумс, 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 вот, угу. видите, раз, 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 вот стамеска. Угу. Но все-таки мы уже вовлекли уже потихоньку, да? Пытаюсь. Это не стамеска, там много разных инструментов вообще. То есть вот квадрат, да, и вот стамеска, потом ребро срезаешь. То есть прошел по кругу. Потом вот видите, вот оно. Вот уже вот этот Дед Мороз, он составной, да? Он из нескольких элементов или он целиковый? Нет, вот это целиковый, вот это вроде бы. И вот это вот мы. Ну, там хорошо ставится, то есть делается... Шуруповертом дырочка, uh-huh. и это как у мебели делают, uh-huh. да, вот uh-huh. клёпку, да, штырь, uh-huh. все это клеится, ПВА, то есть, ну, как бы, ну, приложить большие усилия, топор, там, молоток, uh-huh. чтобы это все сбить. Uh-huh. Нет, оно, в принципе, дерево, ну, как все и другое, то есть, если, конечно, возьмешь молоток и разбить, uh-huh. то можно что. Ну, а вы сами из Петербурга или вы приехали? Нет, я из Петербурга. А, да? Да, ну, просто да. есть кто-то... Нет, я из Питера, да. Угу. Ну, в пригороде живу, за Ломоносово. Угу. Да, у меня мастерская своя там. Угу. Я все, кстати, думаю про то, что как-то, вот, ну, спрашивают, я говорю, может быть, как-то сделать такой фильм на YouTube. Ну, конечно, а почему нет? Ну, какие-то просто... стадии, потому или как эта кукла рождается? Да, да, вот это можно, потому что... у людей возникает, ну как, ну обман какой-то, ну не верят, что uh-huh. как ты взял и вырезал. Ну, uh-huh. желание, наверное, мечта должна быть. А сколько времени вот вы, например, одной куклой занимаетесь? Можно бросить? Время, представьте, вот там это самое, тоже все наше. Времени... Ну так, примерно вот. Если мы берем одну куклу, месяц ее надо. Полтора где-то, да. Полтора месяца да. где-то, да? Дело в том, что это материал такой, дерево, да, это не то, что взял, вырезал и все. Вот у меня uh-huh. бывает так. Вот ты вырезал голову, да, uh-huh. мало того, что ты ее повернул и так, uh-huh. и если подшкурить, срезать можно. Вот. Ты все смотришь. Я ее обычно ставлю, ну, где-то у меня мастерской, да, uh-huh. я вырезала. Да, вот это в дальнем случае, да, голова или ага. ножки. Ага. Я ее верчу. И время ага. от времени как бы глаз привыкает, когда работаешь, да, вот ты ага. работаешь, глаз привыкает. Когда она постояла день-два, ты видишь, что. То есть обязательно нужно вот одинаково щечки, ага. носик, одинаково все подрезано. Ага. И желательно не переборщить. То есть отрезал лишнее, ты уже не приставишь. Ага. Поэтому лучше что-то не дорезать. Пусть глаз твой отдохнет, день-два проходит, и еще ты дорезаешь. Да? Что-то угу. подшкуришь, что-то уберешь, и тогда еще раз повертишь, покрутишь. О,
Вот это так. И бывает еще так. Руки всегда почему-то получается больше, чем вот делаешь по всем, как есть, да, вот так. А для куклы оно все равно получается больше. Потом представляешь, да? Нет, вот у меня очень много рук валяется, которых вырезано. Вот ты сидишь два дня, режешь руки. Потом и уже представляешь, а оно не идет. Ну, все-таки кукла это такой образ немножко другой, да? Тем более вот здесь вот, например, девочка это одно, а у балерин там уже вот другая рука, посмотрите. Вот она уже совсем, вот здесь еще такая, а там уже вот это. Ну и она, опять же, вот видите, вот она какая рука. То есть вот она как у балеринки. Она должна, вот оно все. И бывает так, что вот даже тут эта рука не подходит к ней. Вот у нее выражение лица одно. Вот к этой я поставила такую руку, а она не такая. Посмотрите, она какая обиженная. Вроде бы вот что-то у нее не получается. Эти достойно, а у этой девочки что-то. Вот маленькая не самая довольная, мне кажется. Да, поэтому она такая, как малыши. Они всему рады, не важно, как и что. Да, да, у них еще попки такие, видите, вот сделано, что еще вся она такая вот. И ничего лишнего, что да, крепенькая, да. Она радостная, и у нее все равно получается. И так все хорошо, прекрасно. Вот. Так что вот эти нюансы, понимаете, бывает так, когда вот она уже сама, и бывает даже на росписи. Вот сделаешь какое-то выражение, опять поставила ее в мастерскую, она пока стоит, а ты раз, опять думаешь, нет, не то выражение. Также можешь, ну, чем хорошо липа и вот это дерево, да, на любом этапе еще можешь что-то подрезать и подрисовать. Что нельзя сказать про, например, вот левендол я работала, да, там если сделал, все. Когда вот оно уже закрепилось, да, вот этот материал. Все, его не подшкуришь, ничего, а этот материал можно подшкурить, чуть-чуть подрисовать, чуть-чуть немножко даже тон немножко сделать другой, потому что дерево принимает, ну, вот этот акрил, и краски тона любые принимает. Вот чуть-чуть дал, и уже совсем другое выражение. Ну, я смотрю, у вас краски-то минимально, только на личиках и на, ну, на пальчиках. Я видела, вот одна есть корейская мастер по дереву, она много прям вот масляными расписывает. Ну, каждый мастер. Вот я как бы для себя выбрала, что не надо это делать. Люди и так не верят, что это. Кстати, я сейчас просто есть какие-то составы, которые как бы фактуру выявляют вот на дереве. Вот мебельщики что-то втирают, и фактура еще более сильно будет. Я вообще не люблю лак. Я не люблю, когда блестит. Я не люблю блестит. Как вот у меня вот сразу. Ну вот я так не люблю. Я считаю, что если она будет стоять где-то в интерьере, это интерьерная кукла, да, она блестеть не должна. Нет, а я не про лак как раз говорила. Там это есть матовые какие-то пропитки, воски. Вот. Они, даже вот я говорю, я даже аккуратно вот эти фиксационным лаком закрепляю. То вот если покрасишь одно, вот я пробовала там на снеговиках, да, она уже какую-то другую немножко форму принимает, уже свет какой-то. А вот этот, который распылитель аэрозольный, он... Легко так, он да, легко, он тогда аккуратно, он закрепляет, и в то же время он не накладывает своего отпечатка. Он как бы не вносит еще какой-то другой акцент в саму работу. И потому что, ну, не задумано, что что-то еще должно быть лишнее. Да, оно как есть, так оно и есть, все. Очень интересно. А поскольку вы сказали, что этим стали заниматься... Ну, сравнительно недавно, так я понимаю, да? А чем же вы занимались вот по профессии, вот вообще по основной вашей? Она никак с искусством не была связана? Ой, всю жизнь я художником работала. А, ну то есть все-таки вы художник, да? То есть нет, конечно. Все равно это в этой ну, в этой теме. Ну, вы сказали, что я как-то так. Нет, во-первых, я шила на заказ очень вещи. Эксклюзивные, как говорили от Кардена. Все равно вы так или иначе. Я как и модельер, да. И я стояла на Невском, муж продавал мои картины миниатюрные, очень во многие страны развешивались. То есть вы профессиональный художник. Да, ну а куклам, когда интернет четко появился, ну куклы я всегда шила. И на Невском, кстати, мой муж продавал с папье-маше мои куклы. Я делала это. Но я считаю, что это было, это примитивное все было.
А профессионально я пришла к Мурашовой, она мне показала, как с Левендола лепятся куклы. Но я увидела, что Мурашова это мастер, у нее вот эти девочки куколки одно, а я что-то должна свое. И я посмотрела, вот Кинчук я закончила онлайн, я посмотрела. То есть, понимаете, то есть основа-то все равно любой, как в медицинском институте, да? Они же проходят сначала все, а потом уже выбирают свой путь. Так и тут. Нет, просто я к тому, что уже немножко понятнее, раз все-таки вы профессионально этим занимаетесь. И батиком чуть-чуть пыталась, и картины, и масло. Ну, масляные свои у меня картины есть. Цветы вот очень много муж продавал. А вы что-то заканчивали, да? Это что? Ну, как бы у меня так сильно нет, но и при МОХе училась подготовительных, и так всегда и профессионально работала художником на рекламе, на дизайне раньше. Кинотеатр «Космонавт», кстати, наш технологический. А я когда-то недалеко там жила, так что ходили. Вот я тогда в рекламе, внутри, интерьерно, и в «Кронштадте» в «Бастионе» работала. Нет, я хороший художник, хрещевик и живописец. В принципе, все это было. Но сейчас занимаетесь вот только куклами, да? Видимо, да. Вот как бы всю жизнь шла к этому. Мне очень это нравится. Это, то есть, понимаете, вот в кукле, если тут вот в картине только так, да, а тут объем, и скульптурой я, кстати, занималась. Я скульптуру всегда, я всегда вот глину возьму и леплю сама еще, когда вообще еще в советские времена. И здесь воплощается вот то, что я могла шить. То, что я могла рисовать, то, что я чувствовала скульптуру, вот все вместе, это вот, это теперь вот в этом. А вот подобные выставки, это вот основное такое мероприятие в Петербурге, где кукольники себя могут показать, или есть еще какие-то площадки, мероприятия, которые вот где, куда вы тоже ездили, не знаю, в Москве я знаю. В Москве, да, я была на Тишинке, ездила. Да, но это все, конечно, накладно. И мне, например, в Москве на Тишинке не понравилось, что там очень кучно. Организация там на очень низком уровне. То есть там вот набирают всех, и Китай, и вот это все, и тут же вот эти вот. То есть приезжают мастера, я видела, которые уже не так, вот как я с куклами работаю, по 15-20 лет. И тут же стоит что-то Китаем, какие-то браслеты продает, брошки. Извините. То есть так, что пестро, да? Пестро, и даже, мне кажется, некрасиво для этого мастера, мастера унижают. Вот тот, который 15 лет работает в этой кукле, которую коллекционеры следят за его творчеством, он стоит тут же с этими фабрикушками. Но я понимаю, может, кто-то хотят окупить здание. Вот у нас, видите, в Питере более-менее. То есть есть возможность подойти, поговорить, посмотреть. Правильно, да? Ну да, вот. Такой галерейный, в общем-то. Галерейный, да. Вот как, например, в Праге организуют. У них тоже, вот я видела на видео, не была там, вот общалась с мастерами, да. У них есть возможность, что мастер, пришел человек настоящий, может быть, он только начнет коллекционирование. Сейчас же раньше хрусталь, мебель ставили, сейчас этого нет. Строят большой дом, и каждое пространство, да, отдельно как-то его оформляют. То есть относительно, да, что человек вот и пришел, и должна быть какая-то атмосфера какого-то угла, пространства твоего, да, домашнего. А когда и ты сделаешь эту куклу, ты вкладываешь туда душу. А когда это все вот в Москве вот так напичкано, там просто там люди заходят, просто они дальше не могут идти. Они хоть как будто их по башке ударили. В Москве, наверное, не только там, еще какие-то варианты. Ну, гостином я была, но там с каждым годом по отзывам я слышу, что все хуже для мастеров. Хотя наши мастера, как вот я слышу, что Россия мастера. Просто равных и нету. Я говорю, вот эту же возьмите Сочилину Юлю, изумительный мастер, как могут идти, хоть как будто их по башке ударили. В Москве, наверное, не только там, еще какие-то варианты. Ну, гостином я была, но там с каждым годом по отзывам я слышу, что все хуже для мастеров. Хотя наши мастера, как вот я слышу, что Россия мастера, просто равных и нету. Я говорю, вот эту же возьмите Сочилину Юлю, изумительный мастер, заходите. Потому что это занятие очень увлеченное, я могу
вот, перекусила, как бы воду поставила, я мастерскую работу по 12 часов могу не выйти и забыть. И про то, что есть вообще сети, куда-то что-то, какую-то информацию скинуть. Процесс этот не всегда успеваю кинуть в работе, потому что, ну, он захватывает. Ты поработал и берешься за другое, а потом, подожди, надо было это сфотографировать, выкинуть, ну, скинуть, и не успеваешь. Очень захватывает работа. А какие галереи в Питере вот кукольники любят? Где ведь надо же где-то работы не только показывать, но и продавать, наверное, есть такое желание. Вот есть какие-то специализированные галереи или, в общем-то, их таких нет? Ну, к сожалению, у нас, знаете, как-то сейчас все, мне кажется, я сама не сталкивалась, но по той информации, которую я слышу, я так считаю, что тот человек, который организует эту галерею, вот он организовал, прежде всего, я считаю, я так думаю, что он хочет заработать сам себе деньги. Не мастеру, не мастер богатеет, а богатеет тот человек. Вот это мое личное мнение. Ну, хозяин галереи, по крайней мере, в убытке не должен не быть. Не должен быть, вот, ну, вот так как-то. Ну, хотя, то есть это вы к тому, что это не очень выгодно как-то, да? Да, я считаю, да. Поэтому я даже, я никуда. То есть есть. Это и наследство, и богатство, например, у меня дети. Я особо к этому не стремлюсь, потому что я вижу, что... Ну, нет смысла относительно вложенных сил и времени. Часто цена неадекватна, да, которую... Но это мое мнение из того, что я слышу, я тоже общаюсь с людьми, которые это, я понимаю так. Поэтому вот по наивности своей, когда я только стала участвовать в каких-то выставках, я думала, да, прям там 10 коробок, сейчас у меня начнут разбирать. Нет. И народ, вам говорю, уже настолько, ну, не понимают. Они говорят, ну, ну вы обманываете, ну не может быть, что вы руками это сделали. Понимаете? Потому что вот в пластике, да, потому что есть очень много такого, что делают подделки. То есть покупают эти молды. Это на Западе это уже принято, они сразу видят. Они даже нам могут назвать номер, по какому это сделано. Вот этот номер, что-то его сначала сделали, формочку потом добавили, ямочки сделали там на щечках, еще что-то такое, да. Волосы другие приклеили, это цвет такой, и вот она куколка. У них там это не пройдет, там видят люди. У нас не очень понимают, где подделка, а где по-настоящему. Поэтому, и когда делаешь да, что-то натуральное, я говорю, ну как я могу вот в дереве сделать подделку? Я же не могу форму сделать, да, с ним. Ну, сейчас, видите, технологии так развиваются, что люди уже ожидают, что скоро все будет делать машина. Вот как вот эти 3D вот, вот про это и я так вам далее, говорю. И так далее. Нет. Как бы то ни было, почему все равно, как бы они ни развивались, все равно, если мы, поскольку наша память жива, мы помним бабушку, как, например, бабушка шила, из какого материала, вот это какая-то куколка была, какие у нас были, что-то мы помним, и мы все равно время от времени возвращаемся и пытаемся своим детям объяснить про это, что было, почему сейчас открыли все книги, как раньше было это все, какие артели были, как делали этих кукол. Что бы сейчас Китай не делал, мы все равно, какое-то пройдет время, мы поймем, где китайская вот эта вот побрякушка сделана, непонятно с какого материала, и где то, что шила когда-то тебе бабушка. Ну, это конечно. Понимаете? Да, и тут мишка, которую тебе в детстве подарили. Вот почему. Все равно мы вернемся. А внуки не принимают участие в сотворении каких-то? Нет? Таких нет желающих? Ну, у меня вот сын, например, сын, вот как говорят, от матери к сыну передается. У меня сын занимается аквапринтом. Это аквапечать. Это очень такой у нас, ну, где-то 2-3 специалиста, и 2 мастера есть в Санкт-Петербурге, которые занимаются этой аквапечатью. Это в воде пленка и опускается
детали. И у меня на моей страничке есть вон Абаген Арсен. Я даже не очень понимаю, что это. Вот. То есть приносят запчасти самолета, вертолета, в зависимости от того, какая ванна, запчасти от какой-то машины. Вот они опускают, и создается такой рисунок, но я не могу вам объяснить. А, это вот такие вот разводы, вот это вот. И рисунок всевозможный. Такой, что с какого-то дерева, с какого-то вязаное, например. Вот, знаете, какая-то панель на машине, она как будто вязаная. То есть берется, это пленки есть всякие, вот эти вот новые технологии, которые вы говорите. Покрывают, но там дают матовые. Или это. Вот у меня сын занимается этим. А так, надеюсь, что внуки у меня маленькие еще, что будут помнить, будут знать. Все сейчас это делается, чтобы что-то осталось. Интересно. Ну, именно внучка-то есть, чтобы играла в куколки? Девочка. Девочка это такая девчачья. Нет, ну будет, значит. Нет, но они играют, мы смотрим, конечно, это объясняем, что это не так, что вот ты уронил. Конечно. Я текстильные им нашила, и в день рождения пытаюсь дарить, и мишек я шила. То есть это все подарила для того возраста. А когда вырастут, они поймут, что, чем я занималась. Это не так, значит, что Китая у них много, они так ломают, бросают. Пусть резвятся детки. Придет время, они поймут, что чем я тоже занимаюсь, и какие это игрушки, что как ее надо беречь, что это от бабушки от нашей осталось. Спасибо большое, пожелаю вам успехов.